В прямом смысле ударно открыли мотосезон любители езды с ветерком в нашей области. Например, в поселке Лебяжье 17-летний экстремал с ровесником-пассажиром катался на мопеде и врезался в «Ладу» 14-й модели. От смерти их спасли только мотошлемы. Об этом и других ДТП за выходные подробнее в обзоре аварий. Авария произошла 16 апреля в 20 часов 30 минут возле АЗС в поселке Лебяжье. По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады» 14-й модели столкнулся с мопедом «Альфа». От удара с двухколесного транспорта упали и получили травмы два 17-летних подростка. Защитные шлемы спасли их от тяжелых травм, однако совсем без помощи медиков обойтись не удалось. Как сообщили в ГИБДД, юных экстремалов не госпитализировали. В городе Лузи произошло еще одно ДТП с участием мототранспорта. По предварительным данным, 26-летний водитель «десятки» столкнулся с попутным мопедом «Альфа». От удара автомобиль съехал в кювет, а 16-летний водитель байка получил тяжелые травмы. Его госпитализировали. Мотоциклист попал в аварию и в Кирве на улице Попова. По предварительным данным, 54-летний водитель «Шевроле Нива» перестраивался и зацепил попутный байк с названием «Мотоленд». Мотоциклист получил травмы, медики оказали ему помощь. Но теперь трагическое ДТП в Слободском районе. По предварительным данным, 45-летний водитель фургона «ГАЗ» наехал на 51-летнюю женщину. Она переходила дорогу не по правилам. От полученных травм пешеход скончался. Следующая авария произошла в Уричевском районе. По предварительным данным, 29-летний водитель «Форда Транзит» врезался в 14-ю модель «ВАЗа». После удара «Лада» больше была похожа на «Ниву». В этой аварии травмы получили 5 человек. Это 3 пассажира микроавтобуса и 2 пассажира легковушки. Среди них 17-летний подросток. В ГАИ уточнили, госпитализация никому не потребовалась. А в Советском районе причина ДТП – пьяное вождение. По предварительным данным, 20-летний нетрезвый водитель «шестерки» врезался во встречную «Газель». Вероятный виновник аварии и его 17-летний пассажир травмировались. Им понадобилась помощь медиков. На водителя составили материал за езду в пьяном виде. За это полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года. Сергей Пичугин, место происшествия.